Hello and welcome! Новый день и новая серия мода God Reaction для Half-Life 1. Ну, остановились мы здесь, первый реактор мы погасили, соответственно, теперь нужно добраться до второго. Здрасте. Йо. О, здрасте. Еще раз здрасте. Привет. Ох, мама мия. Серьезное заявление, скажу я вам здесь. Надо взять что-то более практичное, наверное. Не, с твоей меткостью, то есть с моей меткостью, это, конечно, сложно. Спокойствие, только спокойствие. Хорошее убежище у меня здесь организовалось. Так, продвигаемся. Теперь должен открыть быть люк. Ага, должен быть открыть люк. Но первым делом нужно спуститься вот сюда. А потом уже найти путь далее. Так, наш путь идет по лестницам и до... Да вот ворнинг. Ладно уж, перетерпим. Так, спускаемся сюда, и здесь должно быть теперь все открыто. То есть мы там включили рубильничек. Соответственно, рубильничек должен нас не подвести. Да. Все верно. Какая-то бодяга под ногами. Ну, это, видимо, охлаждение реактора, судя по всему. Охлаждение. Ой, страшно. О-о-о. Позвольте. Так, я спустился. Теперь. Во как. Нет, это же я кружок сделал, да, получается? Ну-ка, сейчас. Так, в чем смысл бытия? Ну, начинается. Все. Это, видимо, тупичок. Короче, надо думать, надо смотреть, в чем был смысл. И почему я сюда вот сейчас, я, допустим, спустился, но... И чего? И что? И это мне дало? И что мне это дало? Откровенно говоря, Хитром. Дэмится, она убить, здесь все бомбит. Понятно, куда же мы без Infested Core. Зараженный ядр. Матерь, за ногу схвати, а потом сам посмотри. Ой-ой-ой, зараженное ядро, правда. Черепа лежат какие-то. Все прям как ритуальщики какие-то. Так, микро эти фигулины, они все равно меня коцают, но... О, так здесь прям заражено прям. Ну да, для дураков написали, что заражено. Я еще говорю, да, здесь все-таки заражено. Не получится так. Так, вот уступчики для дураков сделаны. Цыц! Дай пройти. Потом. Обниматься будем потом. Ой. Подождите, опасные ребята идут. Сейчас. Что-то с дробовиком у нас вообще проблема, я смотрю. Не надо. Еще один должен быть. Все-таки по логике вещей должно быть их двое. Угу. Должно, да нет. Че уперся-то? Ох, страшные вещи. Здрасте. Ах ты какой, а? Парень-то веселый. Ну хорошо. Эх. Вот это уже канон. Канон прям... Канон чего? Канон первого Half-Life прям. Вот серьезно. Ну, какой же молодец все-таки разработчик, а? Тут прям реально... Сейчас они будут еще больше появляться. Здрасте. Папа-папара-папара. До свидания.
Так, здесь я, в принципе, допрыгну, но лучше, наверное, не извращаться, а делать все так, как это положено. Ага. Ух. Ух ты ж, ёкалы мене. Как же круто, согласитесь, ну, вот редко такое встречается, чтобы так вот прорабатывали до конца. Ага. Так прорабатывали карты. Вот, пробрался. Реактор Core 2 отключили. Отлично. И получается, сейчас появится здесь портальчик, да, судя по всему. И Джима нас заберет обратно. Что-то мне так кажется. Ну ладно. В общем, подавили мы восстание. То есть не восстание, а наполнение нашего мира. Дэмит. Подавили мы наводнение, в общем, жителей Зена, если можно так выразиться, в наш мир. Они, получается, устроились в реакторе, в ядре второго реактора. Гордон Фримен, субъект. Миссия выполнена. Миссия в действии. Ли. Класс. Тим Джонстон. Отлично. А.К.А. Stingblade. Спасибо ему за этот мод. Он реально классен. Реально крут. Атмосферен. Вот шикарно. Очень понравился. Ну что ж. Ждем тогда следующий мод на канале. Ну, а я с вами буду потихонечку прощаться. Всем всего хорошего. Можете предлагать какие-то моды. Для Half-Life тоже, если, конечно, они уже не находятся на канале. Это вы можете легко проверить. Как? Я вам отвечу как. По ссылке в описании вы переходите на сайт osgprod.ru. Там есть видеотека. Наводите мышь на букву H. Видите там Half-Life и название всех модов. Вот такие пироги. Все это просто. В общем, в любом случае, не забывайте заходить на сайт. Там много интересного, новости. Вскоре появится что-то еще. Пока не буду говорить что, но... что-то появится. Все тогда. До новых встреч. Я думаю, это реальный конец. Уже окончательный конец. Так что до следующего мода. Да, вот и все. Пока.